Hello. Today we have a discussion about ethical minority students in Georgia studying in different universities and integrating in our environment. And our guests today are Inga Kazarian from International Black State University. Then Yulia Chan Ayalova from Illinois State University. Then Georgi. Can you just say louder? Georgi Popkiashvili. From European Center for North Issues. And we might have two more people that come join us later. So, we're going to talk in English and Georgian today. So, the first thing is, so let me just ask the students here. So you as, let's say, ethnic minority students, what problems do you have in daily life in universities? Robert's I must say that I don't meet any discrimination policy at my university. I can say about other universities because I was never involved in problems. And also, maybe that's because maybe 50% of our students are not ethnic Georgians, and we're very international environment and very friendly. I don't know, I'm happy with that, so I cannot say anything about it. And what about you? Скажу так, у меня никаких проблем не было с лекторами, студентами, у меня хорошие отношения, дружеские отношения со своими лекторами. Никаких проблем пока не сталкивался, и у меня все хорошо сейчас. А насчет языка? Да, у меня, если скажут, что есть какой-то барьер, конечно, если я не носитель языка, потому что каждый день изучаю язык. И буду, наверное, изучать до конца своей жизни. Трудности всегда есть, но преодолевать всегда можно. So basically, so then, yeah, so apart from language problems, there's nothing else. Кроме языка, это... Нет, кроме языка, в других отношениях тоже у меня проблем нет. Все хорошо, скажем так. Отношения ко мне есть хорошие отношения. И я азербайджанка, они смотрят, ну так скажем, я как обычная студентка, и все нормально. Так, а почему вы в Грузии учитесь? Потому что, ну как, я не говорю, что это плохо в Грузии учиться, но и много армянцев и азербайджанцев, они уедут учиться на Ереван или Баку, потому что там на родной язык они учатся. Почему в Грузии? Это, наверное, вопрос адресованный ко мне, потому что у меня был некоторый опыт, четырехлетний опыт обучения, как вы сказали, в Армении, так как я этническая армянка. Да, делят людей на большинство и меньшинство, это не раздражает, конечно. Is that okay? Yeah. Я закончила русскую школу, и в тот момент, когда я училась в школе, отношение к грузинскому языку было несколько, ну я бы не сказала пренебрежительное, но к нему не относились серьезно, должным образом. И я хочу сказать, что моя школа дала мне очень много любовь к наукам, любовь к людям, и толерантность, и все, но вот мне тогда не говорили, что у меня будут проблемы. То есть осознание этого пришло намного позже, поэтому, да, в 2008 мне пришлось уехать и обучаться не на армянском в Армении, я, да, университет российский. Но в итоге я выбралась, потому что, ну, в конце концов, у меня есть семья, и я себя чувствую более комфортно в этой среде. И надеюсь, все-таки я найду себя здесь. Но да, в грузинском мне пришлось изучать заново, сейчас. А это трудно заново? Заново всегда трудно, мне кажется. Да, но
я не жалею ни о чем, просто жалко потерянное время и то, что я поняла это только сейчас. А ты почему? А у меня 2 года назад, когда я поступила в университет, у меня был выбор поехать в Турцию или остаться в Грузии. Я выиграла грант в Турции. Туркула, так скажем, турецкие бурсы были, так назывались. У меня грант был в хорошем университете, частном. И выбор был такой, остаться в Грузии или поехать. У меня были примеры, что, которые поехали в Азербайджан или в другую страну. Когда вернулись, они остались безработными. Мои два родные братья, сестры. Ну, я подумала, начала изучать грузинский язык, что-то знаю. А буду поступать, еще больше буду знать грузинский. А поехать всегда могу. Думаю, что на магистратуру поеду, но пока грузинский здесь хорошо буду изучать, потом, когда вернусь, все будет нормально. Найду работу хотя бы, где могу работать. А если бы поехала, не знала бы ничего, пришлось заново изучать язык, заново все освоить. А сейчас думаю, что это не надо. А хорошо, что осталось. Надеюсь, здесь хорошую работу, потом посмотрим. How many actually students are here, the minority? In Georgia, do you know the statistics? Actually, it is a bit hard to identify how many of the students are ethnic minorities because, of course, we have this quotation system, quota system, which is like 4+1 as we call it now nowadays. But there are still students who are not enrolled within this by this program. Mm-hmm. For example, our colleague, she's not enrolled within this program. And because of the system that we have, that it doesn't indicate, like for example, if you are enrolled at university, you don't have to indicate that you are ethnic Georgian or ethnic Armenian or ethnic Azerbaijani. We cannot count like total number of the ethnic minorities in Georgia, like students. I mean, enrolled at the different Georgian higher education institutions. However, we have the numbers of the quotation system, which has been introduced to the Georgian education system. Do you want me to speak about it or probably later? The number, like firstly, the program has been elaborated by the Ministry of Education and Science in 2009, and it was in order to address the problems which the university Georgian education system had before, because ethnic minorities haven't been that much involved in the higher education system. They always preferred either go to their kin countries like Azerbaijan or Turkey or Armenia or Russia, and this was like the lost potential for the Georgia, because Georgia citizens, they were forced to go to different countries, and it was the lost potential for us. Before 2009, what Georgian education system could offer to ethnic minority students or those who wanted to be student, it was just either they had to pass exams in their, for example, in Georgian, in Russian, in Azerbaijani or Armenian. They could pass the exams in those languages. However, they were not. The flaw of the system was that even though if they could get enrolled at the higher education in Georgia, they would not be able to study there because the knowledge of the language was quite low. State language Georgian in this case was quite low, and they could not continue studies because the level of the Georgian language knowledge was really low one. So this is why the Georgian Education Minister of Education and Science decided to elaborate more like more comprehensive program, which would also make these ethnic minorities somehow integrated to the Georgian education system. Mm-hmm. So how does program 4+1 work? What does it actually mean? Yeah. So yeah. What is it about? So what is it about? In 2009, they decided to make this kind of project program, and from 2010, we have already first info on the students in the Georgian higher education systems. So what is it about? For the first, how the students get
can get enrolled. This is designed for the first year. It was designed just for ethnic minorities of Armenians and Azerbaijanis, and for the next year it started also for Abkhazians and for Ossetians of Georgia. The quota system, it means that 5% of the total number of Georgian students which can be enrolled at universities, and universities are allowed to get the total number of, the 5% should definitely go to each group of the Armenians and Azerbaijanis, and the 1% and 1% for Ossetians and Abkhazians. Mm-hmm. So this means that there is specific number allocated for Armenians and Azerbaijanis of Georgian citizens and Abkhazians and Ossetians. This is the quota system. However, it doesn't just stop there. Now, in order to the problem still remained that they were not able to continue studies after they got enrolled at university because of the language. This is why they decided to have like 4+1 program, which was additional program for this quota system. For the first year, the students would study Georgian language, which is the state language of Georgia. And then after that, they would be able to follow the courses and the curriculum which they had for their degrees. So it somehow became a bit easier for ethnic minority students or those who wanted to be students to get enrolled and somehow integrate themselves within the Georgian education system. Here also applies the another thing, which is about the grants or financing from the government. Per year, around 100 per group, ethnic minority group, like Armenians and Azerbaijanis, 100 grants are allocated for these students, and those whose performance are the best, they got this scholarship, and they do not have to pay for the studies. However, for the first year, Georgian language teaching year, nobody has to pay for it. It's free of charge, and the Georgia government takes responsibility to cover all the expenses for the studies. So it is really good one, really good program, and I think we already have results. For example, I can show you here how the number of the students are like increasing. Like first inflow we had in 2010. And we had like registered students of 588 people, mm-hmm. and in 2013 we had already 1,460 students registered, out of which like 928 have become students mm-hmm. of the first year of the Georgian. And what then about the rest? I'm sorry. What about? The rest, it was 1,400 something, yeah? Yeah, but they could not pass this GRE exam. They had to pass just one exam. It's UNARCEVI. It's like, I don't know how it's skills. Logical and like GRE test, like for the US. So they have to pass, whoever is ethnic minority in Georgia mm-hmm. and wants to become student, they have to pass just one exam in their own language, either Azerbaijani or Russian or Ossetian or Abkhazian. They have to pass just this GRE test, and if they can get enough scores, like which is the barrier, if they can get over this barrier, then they become the student of the 4+1 program. For the first year, they are studying the Georgian language, and then they are getting this bachelor degree which they desire to. So, as you, none of you are 4+1 student. No. And why? Well, as I finished school many years ago. Before the school. Yeah, there was not such a program. Also, I wanted to ask from your opinion, just don't you think that starting learning language at the university, I mean, after school is a little bit late? And isn't it better to like change some system at schools from the very beginning to like, make emphasis on Georgian language, especially in non-Georgian schools, where I mean, it's very low, like level of teaching is very low. Mm-hmm.
Yeah, I completely agree with you. If we had this proper education system and general education level at schools, we would not have this quota system anymore, because ethnic minorities would be able to speak and learn in Georgian freely without any problems, and we would not have to establish. But yes, I agree with you. This is like long-term solution for the problem that we are striving for, that the educational system of the schools, the general education, to become more and more comprehensive and oriented towards integration of ethnic minorities. However, at this, we had the results when most of the students after graduation in school, they were going abroad. They were going to Armenia or Azerbaijan just in order to study. So this was like the flaw. This was really a huge loss for Georgian government and Georgian country itself, and a flaw in terms of integration program of ethnic minorities. And this is why it is like the first really good tool for integration of this, because I think that it somehow helps the students to realize that they are citizens of Georgia and they can study also in Georgia. And this program, I think, perfectly helps them to. However, again, I'm saying that this is not like the long-term solution. This is like the first which we need to be there. And I'm really hoping that the Ministry of Education will strive better to include more and more integrative programs in school level, in general education level. Я немножко перевірила, що ми тепер говорили на що та вона сказала. Може ти? Так, я скажу. Я сказала, що не поздно не почати вчення грузинського після окончання школи, обращати увагу іменно на предуніверситетський період. Не цілесообразно ли починати вчення грузинського іменно в школі, усилити обучення грузинського в школах? Так, я би сказала, що це немножко пізно, і це, що тепер є насчет інтеграції, це квота. Квота, так. Квота їх тепер. Це як solution, але рішення дуже... Так, правильно. Коли ставить 4 плюс 1, год надо изучать грузинский язык. Это сложно, начиная все с нуля, некоторые вообще ничего не знают. Но когда есть цель, все можно добиться. И они начинают, если они хотят изучать этот язык, все, тогда можно работать. И они начинают в течение года, есть хороший результат. У некоторых получается хорошо, у некоторых не получается. Человек, когда хочет чего-то изучать или хочет заходить в высшее образование, тогда для него нет преграды. Для меня тоже было то самое. Я в течение года начала изучать грузинскую литературу. А вы знаете, это не шутка, когда читаешь карту Латвекист Хауса, Нишушани Киставе, Вада, Мабуствили, Эсаралис Адвили. Там ведь Авикитхе, оригинали, там карту Латвели, карту Ленашта. Да, Висцавли. Для меня это не было проблем. Думаю, что для других тоже так же. Ну, ты думаешь, что на один год это... Как? Год не хватает, да. Да, само собой. Да, они должны все время работать над собой. И в первом пути, и во втором пути. И сейчас я, например, само собой работаю. Когда чего-то изучаю, или это читаю на грузинском, а если не хватает и на русском, и не хватает, перевожу на другие, на турецком тоже. Могу читать... На четырех языках, например. Ищу ресурсы в каждом сайте, на других языках, если не хватает только карту в сайте B, тогда ищу на других языках. Иногда даже сестра помогает на английском, она очень хорошо владеет английским языком. Русла Туаралист, моя сестра переводит всегда мне. И все время ищу какие-то материалы. Потому что, как я думаю сама, но я сама иностранка, грузинка, хорошо не умею. Ну, я думаю, что на один год научиться язык. Нет, невозможно, да, это правда. Я не один год это. Раньше, да, в школе проходила это грузинский язык, тогда знала какие-то слова, начальная база. Потом, когда в 12 классе была, начала изучать грузинский язык. И в течение 2-3 год уже начала, ну, какой-то у меня база была. А когда поступала, уже нормально было.
Ну, ну, как сказать, ну, в течение 2-3 года нужно. А теперь эта программа есть один и только один год насчет, чтобы кто-то научилась. Да. Ну, они максимально делают, что как-то можно изучать этот язык. Например, у нас в университете, чтобы изучать грузинский язык, они проводят какие-то мероприятия, отправляют детей в галерею или же Татьмина, чтобы они взяли интервью от людей, как они это воспринимают. Потом они приходят и рассказывают, какие интервью, и снимают это на камеру, чтобы доказательство, чего они изучали. Например, у нас так. Потом часто проводят презентацию. Кто это? Администрация тела? Не, ну у нас в программе есть в университете, потому что я слышу часто знакомых, что они пошли, например, какой-то Татьмин взяли интервью, или пошли в галерею, или в музей. Потом, говорят, мы рассказываем, и у нас, по-моему, 8 групп или 6, а точно не знаю, они делят по этим, по группам, по уровню, какому уровню знают грузинский язык. Некоторые есть, вообще-то знают нормально, для них проводят другие уроки. Я думаю, что это правильно. Всех невозможно в одном группе собрать. Это несправедливо будет. А, у меня тоже еще один вопрос. Может, я скажу по-английски, ты. So, one more question. But this is about quotas. So, this, as you said, there are... So, 5% of students now must be Azeris or Armenians, 1% is Ossetians or Abkhazians. Mm-hmm. So what do you think about these quotas? Are there a, should there be quotas for students when, if you want to base something on merit, so do, are quotas actually fair to, let's say, Georgian students? Do you know what I mean? And also B, if they're fair, is this numbers okay, like 5%? I'm sorry, is a quota for the bachelor's degree or a bachelor's degree? Oh, I'm sorry, I didn't know about that. Yeah. I never knew that quota existed, but for me, I think it's not okay, because if all our citizens, Georgian citizens, I mean, you pass the exam, you have a chance to get aid or like everyone. Why should people be divided into this and so on? Mm-hmm. I understand there is a language problem, but but if you pass the exam, why should you be discriminated? Не знаю, насколько это правильно, но не могу так ответить, что это вы насчет этого говорите, экзаменах они дают 5% квоты к армянам. Что, да, теперь должны в университетах быть 5%, ну, например, 100 студентов, да? 5 должны быть армянцы, 5 азери, один осетин и один абхаз из 100 студентов. Должны, это по... Не знаю. А что ты на таких думаешь? Я думаю, что не знаю. Может, они езжают, не остаются в Грузии, там езжают в Россию. Не знаю точно об этом сказать. 5% это минимум или какой-то максимум? Минимум или же максимум какой-то, да. Это минимум. Это минимум. А минимум, наверное, в соотношении с процентом населения. Может, они знаете как. Да, потому что у нас есть осетин, армяне, грузии 5%, а азербайджане 6%. Знаете, я что могу сказать? Когда я регистрацию сделала на государственный экзамен, там было в газете,
225 местов, по-моему, было для нас, для азербайджанцев. Армян тоже так было. Но у абхазов было меньше, по-моему, места. Наверное, у них как-то, я думаю, что меньше дают на эти места, поэтому они же статистика проверяют, сколько у них места. Поэтому, наверное, так. Они меньше сдают на это государственный экзамен, поэтому, наверное, так. Ну, а как ты думаешь, это как хорошо, когда есть уже места для армян или для азербайджанцев? Или лучше было, чтобы как все места, которые лучше сдают экзамен, и тогда не важно, грузин или армян, или азербайджан? Знаете, этих двух нельзя смешивать их вместе, потому что армян дают на армянском языке. Азербайджанцы дают на азербайджанском языке, а абхазы дают, по-моему, на русском языке. По абхазскому. Поэтому их нельзя вмешивать молодым. А азербайджанский это другой язык, армянский, а не другой. А я даже с такого случая, что когда и ставят на других языках тоже. Это нельзя их смешивать, потому что для меня тоже было трудно сдавать на азербайджанском языке. Когда у меня результат, когда сдали на русском языке, было в ЗОКА-теста логики 50-60 из 80. А когда сдала на азербайджанском языке, уже было меньше, 37. Потому что я изучала русский язык, а азербайджанский родной язык. Да, это говорю. Логика и это... Математику трудно на другом языке решать. Там должна литературный словарный запас во всех сферах. Поэтому это трудно сдавать это за годину, либо сохраняющий. Поэтому их нельзя смешивать в одно. Так это хорошо, чтобы есть такие квоты. Да, поэтому. Я думаю, что это правильно. Ну, насчет опаса не могу точно сказать. Не знаю их ситуации. Им несправедливо будет, если бы я что-то скажу. Не знаю ситуацию. Учиться нельзя, но ты думаешь, что это квота? Нет, простите, я просто не очень поняла. Нет, я просто не очень поняла. Я подумала, имеются квоты на поступление в бакалавриат, то есть что максимум не больше 5% должны быть данные. Я просто неправильно. Нет, минимум 5. Минимум, не максимум. Да, теперь нет, это, конечно, не все, потому что я немножко шокировалась от этого. Это хорошо, что есть такая, как помощь. Ну, конечно, это хорошо для этнических меньшинств, но все-таки мне кажется, что если ты гражданин Грузии, ты должен рассматриваться наравне со всеми. Но так как у нас не существует такая проблема с этническими меньшинствами. У нас, это не наша вина в каком-то смысле. Если бы нас изучали грузинским языком в школах, нормальные были бы книги, до 12 класса проходили одну и ту же книгу, и это был разговор мировой. И вы представляете себе, как мы должны говорить на грузинском языке, если там был, не знаю, какой-то разговорный речь. И потом говорят, что азербайджанин армянин не может говорить на грузинском. Как не может? Мы что, не спасем? Это я уже не понимаю, и несколько раз это говорю, что это неправильно. Когда нам приносят и дают, не знаю, ну, никуда не годные книжки, и говорят, изучайте этим 12 год. И когда мы изучаем, это ничего. А сейчас в школах новые ввели книги, это то же самое. Не знаю, как сдают эти книги, но если бы у нас тоже, как литература, например, карту Ленинс, литература была, мы тоже могли бы изучать грузинский язык нормально. И это тут проблема, может быть, не было. Так, когда теперь вы закончите свою учебу, вы думаете здесь работать или за границей? Конечно, не зря же мы здесь учимся, да. В конце концов. Я думаю, здесь останусь. У меня родные все здесь. И, как Инга сказала, мы изучаем язык и все изучаем на грузинском, но останемся здесь. So, is there like any statistics how actually, how does integration work so far in Georgia? It's a bit hard to measure integration, how much integration. Well, yeah, I know. But for example, yes, like Georgian government has introduced this quota system, but if you look at the statistics, like there were for 2010, there were 2,602 places allocated for this minority students, and only 301 were used. Only 11%, 15%. So it's like
there is like places for education for students, for ethnic minorities, but they don't use it. Because probably there is no information. But for the next year, 2011, we have much better, like we have 2,100 and like 400, but still like 20% allocated used. And then 2012, we have like 26% used, and then 24 around, yes. So it's like, it's a bit hard. But for example, if you compare it in terms of the different ethnic minorities, Azerbaijanis, they use it more. For example, here to, in 2010, like 253 students registered for it, and no, it's 335 registered, and 194 passed. While Armenians are a bit less, and then if you see in 2013, we have like 1,100 registered from Azerbaijanis, and we have just 271 from Armenia. So it's like this program has become popular for Azerbaijani people more than Armenians. I don't know why is it so, but it's like yeah, probably information campaigns of the Ministry of Education. But everywhere I went, to Samsa Javakheti or Tlemcenter or anywhere I went, everybody knew about this 4+1 program. It's quite popular and they use it, and I have many like many people who I know that, they are using this very well. And one of the flaws of the program is that then they started, for example, even those students who know Georgian and are able to continue studies even in Georgian, like our colleague here, they are now starting to use this quota system just in order to get the grant finances. Like it's, and first it's easier for them to pass, because this, you see, the quota system is not filled, and you can easily pass. You can, okay, 1 year study Georgian language, which is not that much important for you, but you can still easily get to the university. And the second, there are, as I told you, there are like 100 places allocated for without tuition fee, and so these people can also get a scholarship from the government easily. So this is flaw, because actually those who need this program, this is like the quota system sometimes doesn't really work, as you said, because sometimes they abuse it. Those who do not really need this program, they abuse it. And the government has really little tools to control it somehow. Okay, so I wanted to ask a bit about, so you said that there's, он сказал, что эта программа насчет 1 плюс 4, это более популярна на азербайджанцы, чем между армянами. Может быть у вас есть какой-нибудь ответ, почему да? Нет. У меня нет ответа, но у меня есть комментарий. Я могу просто предположить, и как я понимаю, эти программы в основном существуют в университетах, которые Тбилиси, да? Нет. Тоже в Санкт-Петербурге у нас есть этот Санкт-Петербургский государственный университет. Там очень многие думают, что только армяне они используют эту программу, да, в Санкт-Петербурге. Но тем не менее, Кармухарь все-таки находится в Тбилиси ближе, и большинство случаев, даже со мной, я просто приезжаю в университет из своего дома. Я тоже. Да. У большинства из нас все-таки есть возможность быть включенными во все образовательные программы. Но еще раз, в Санкт-Петербурге там тоже существует такой университет, Санкт-Петербургский государственный университет, где этот квота систем тоже работает. И квота систем работает в не только в тех университетах, которые в Тбилиси основаны, но тоже в Кутаиси и весь в Грузии. Думаю, что 38 университетов включены в эту программу. 38 университетов, которые существуют в Грузии, они включены в эту программу. Я думаю, что нет, потому что только в Тбилиси 4+1, частные университеты не принимаются на квоту-систему. Нет,
думаю, что они могут. У меня здесь есть статистика, что тоже в разных университетах они учат там, но очень-очень редко, потому что в Кыргызском государственном университете это самая популярная университет до сих пор. Хотя мы знаете, когда мы регистрацию делали через Казань, только там 4 или 5 университетов, а другим невозможно писать на эти частные, например. Другие университеты, у ИПСУ нету, или же ЧИПА, не знаю, но другие... Потому что они приватные? Нет, частные. Частные, да. Колот САИС, Илья Сахаритик университеты, Чанкашвили, КПРИ, СОХМИС, ПИЦИ, РАЭС. Знам, что Чалакатисы это знаю, а другие не знаю. Может, есть несколько еще есть, да, ХИАС, Тбилисис ХИАС Ассалу университеты. А здесь у нас есть статистика, что 31 университет участвовали в этом программе. И at least one student was registered in those 31 student like universities. You see the Tbilisi State University is the highest has the highest number, but during the 3 years it had like 1,188 students. Mm-hmm. And the TESO is the highest number. While Ilya University is like 12 person, like 287 for the 3 year period of time. But 31 student universities participated in this program. So it is applied to other universities. Другие университеты тоже участвовали в этом программе. Так, а есть много информации насчет таких программ, где там в Мариуполе? Конечно, есть. Mm. Потому что как каждый год, как, чем больше студентов, тем больше информации. Mm-hmm. Да, да, да. У нас в этом году из Мариуполе 8 студентов поступили обычно, как грузины. Каждый год это увеличивается, все начали. Не скажем на подготовительном готовить, а все начали, чтобы прямо поступить, изучая грузинский язык, чтобы не потерять код. А используя 4+1, тоже большинство из Мариуполя есть. Очень многие студенты, которые используют. Например, у нас в школе в этом году все выпускники использовали, все поступили. Использовали 4+1. А ты сама почему не использовала? Первый год я сама использовала, потому что думала, что не знаю, ну трудно будет для меня, не хотела, потеряю год, сдам это грузинский язык, почему-то думала, что хорошо знаю. Но вышло, что на самом деле не знала. А во второй год думала готовиться и сдать 4+1. Да, 4+1 сдала, и плюс еще 4 экзамена. Математика, история, еще сдала математика, история, русский язык как иностранный язык, логика на азербайджанском языке, остальные и карту Лена, карту. Сами наши сдала. А сестра Утхи наши. Она сдала английский на английском, один историю на русском, карту Лена, карту Лена, логику Азербайджан. Мы думаем, да, смешно, но мы так сдали. Но вышло, что мы поступили на первый курс, грузинский язык уже было хорошо. И все нормально было. Потому что она мне только теперь сказала, что есть люди, которые, даже если они знают грузинского языка, но они все равно поступают насчет этого 1+4.